Всем привет! Android 10 пришел еще не на все устройства, на которые должен был прийти, но уже вышел Android 11. И как раз таки в этом видео мы разберем получение твоего смартфона или планшета данной версии зеленого робота. Рассматривать, конечно же, мы не будем все бренды, а только самые популярные. И давайте начнем с компании Samsung. И тут, в принципе, комментировать не нечего, вы можете тут поискать своего устройства. И если оно будет присутствовать, то напишите об этом в комментариях. Очень интересно почитать, кто какими устройствами пользуется. Следующая компания Huawei и подразделение Honor. Тут тоже особо нечего комментировать, поэтому просто ищите. И если, кстати, не успеваете, то ставьте на паузу, чтобы вам все просмотреть. А вот сейчас будет реально много устройств, и это корпорация BBK. В нее входят такие бренды, как Oppo, Vivo, Realme. Эти бренды сейчас набирают обороты и их будут активно обновлять. Ну что, сейчас, я думаю, самая ожидаемая компания – это Xiaomi и ее суббренды. Список тоже достаточно обширный, тут у нас все тоже достаточно правдоподобно. На этом у меня все, подписывайтесь на канал и напишите, нашли ли вы свое устройство из данных списков. Ну и лайк можете поставить. Пока, до новых видео.